Привет, мальчики и девочки, меня зовут Василий Захаров. Мне за кадром, как всегда, помогает Евграф. И мы, как всегда, снимаем коктейли для Едим ТВ. Сегодня мы снимаем замечательный коктейль, который называется «Между простынями». Или по-английски это называется «Between the sheets». И, кстати, его переводят не только как «между простынями», его переводят и как «между парусами», и «между листами», и «под одеялом», и как его только не переводят. На самом деле очень странно. На самом деле «между простынями». Вот и все. Надо запомнить и остановиться на этом. Потому что этот коктейль входит в кодификацию Международной ассоциации барменов. Поэтому, собственно, мы его и готовим, потому что мы хотим окучить все классические коктейли, и этот коктейль именно таким и является. Про его историю известно не так много. Существует несколько легенд, когда он был придуман. Первая легенда, что он был придуман в 1921 году в какой-то гостинице или отеле, но так себе как бы легенда. Более известная легенда гласит, что его придумал в 30-х годах известный бармен Гарри МакЭлхан в своем баре в Париже. То есть как бы из Франции пришел к нам этот коктейль. Вот. Для того, чтобы его приготовить, мы охладим бокальчик для начала. И что еще можно вспомнить по поводу названия, да, вот этого «Между простынями», откуда оно пошло? Ну, как мы уже сказали, что точно непонятно и неизвестно, но есть одна маленькая догадка, что как бы коктейль, он, ну, вот этот конкретно, он очень крепкий, то есть, ну, там, по сути, почти 40 градусов по составляющим алкоголя. И вроде как можно было после второго-третьего бокальчика, если ты угостил женщину, которая тебе нравится, пойти с ней, ну, то есть как бы между простынями или под одеялом, и все, все эти пошлости как бы пошли от крепости этого напитка. Или между парусами. Или между парусами, там, да, все вот это все оттуда пошло. Поэтому лишний раз мы советуем вам, как всегда, пить с умом и не злоупотреблять. И все равно один коктейльчик мы с Евграфом выпьем. Я надеюсь, что до беды это не доведет у нас сегодня. Вот, для этого нам понадобится шейкер. Состав очень прост в запоминании. Всего по 20, кроме лимонного сока. Нам понадобится бренди. В качестве бренди мы решили использовать сегодня RP. Ни много ни мало. 20 миллилитров. Далее нам нужен белый ром, в смысле светлый. И для этих целей отлично подойдет Бакарди. И как бы вообще считается, что светлый белый Бакарди был придуман исключительно для коктейлей. То есть ром, он как бы вроде сам по себе, если он не выдержанный, он светлый. Но конкретно Бакарди славится тем, что они дополнительно прогоняют свой ром через фильтры, чтобы бармены, используя его в коктейлях, не привносили никакой мутности и никакого оттенка. То есть вот типа супер, как бы вроде как для коктейлей. Мы поверим им на слово. Куантро нам нужно дополнительно для этого коктейля. И в роли Куантро у нас сегодня выступает Куантро. Те же самые 20 миллилитров отправляются в смесительный бокальчик. И напоследок нам нужно 10 миллилитров лимонного сока. Вообще, возвращаясь к истории создания этого коктейля, существует такая точка зрения, что этот коктейль не более чем вариация на известный сайдкар, который мы, кстати, тоже, к слову, готовили как-то у нас в Едим ТВ, и вы можете посмотреть его прямо вот здесь вот. Немного льда. Этот бокальчик мы избавим от льда. Достаточно охладился. И отфильтруем полученную смесь в коктейльную рюмочку. И мы украсили, как вы могли заметить, цедрой апельсина, так сказать, немного ароматики добавили этому коктейлю. Евграф его отведает по традиции, как всегда, первым. Евграф, будь аккуратен, все-таки 40 градусов, как говорят нам, содержится в этом коктейле. Лайтовенько. Что вообще алкоголь? Где алкоголь? Добавь рома. Все к этому сходится.
Нет, кстати, очень приятный. Нет, он довольно крепкий, но такой... Он приятный, я пивал его даже несколько раз. Я даже в какой-то момент я думал, что я полюбил этот коктейль. Потом выпил что-то два или три подряд и понял, что я его не люблю. Он вкусный, да, хороший. Но вот больше, чем две порции, я бы, например, не выпил. А вот одну ваше здоровье с удовольствием. Такой лимонадик. Он реально не крепкий, почему он... Не, ну а по составу, смотри, вот ром 40 градусов, Куантро, коньяк, в смысле бренди, и 10 миллилитров лимонного сока. Ну. То есть он чуть-чуть меньше 40 получается. А по вкусу просто, все 20. Просто лимонный сок, он как бы грамотно снижает вот это вкусовое ощущение алкоголя, во-первых. И во-вторых, апельсиновый ликер, он тоже как бы, ну, добавляет такой относительной легкости. Поэтому, если вы хотите, как вот это Between the Sheets, это новая, кстати, аналогия, если вы хотите там шпилевиля, можно говорить, если вы хотите Between the Sheets, вот, то, пожалуйста, угощайте даму сердца. Только, ну, узнайте, что ей там 18 есть, там, вам есть 18, и пейте, пожалуйста, пейте смело. С утра просыпаетесь, подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Ютьюбе, подписывайтесь на Едим ТВ, на настоящих барменов и на наших друзей FBC, которые постят тоже всякие разные прикольные штуки. Продолжайте пить с умом, ребятки. До скорых встреч. Пока. Я вообще могу вам сказать, дети, что это очень хороший способ узнать, действительно ли нравится ли вам алкоголь. И мне кажется, по поводу блюда то же самое можно сказать. Нужно съесть порции или выпить порции 3, 4, 5, и тогда вы поймете, как бы нравится вам он или нет. Я вот люблю белого русского, и мой личный рекорд 8 подряд порций. Я его не перестал любить. Ну как не перестал? Перестал, я вот дня 2 не пил, наверное. Потом опять к нему вернулся.